Привет, Баба Вера с вами. Сегодня вот у меня такое настроение, прочитала, меня насильно заставляют смотреть клип. Написала мне Степанка, ставлю диск, пока не будет копика, уже полгода жду. Ну и что вы думаете? На что ж мне каждый день диск будет ставить? Вы представляете? Я в таком трауре, я так расстроилась. Ну, что сделала? Решила посмотреть Купика. Предлагаю и вам, побеспокойтесь обо мне, чтобы мне больше не ставили дизы. Будем смотреть Купика. Что я могу? Еще и название такое. Жизнь, боль. Жизнь и так боль, зачем еще всю на себя еще наложить этой боли? И так хватает. Ну, все равно. Короче, слушаем. Жизнь, боль, Купик. Пародия на Алишера. Поехали. Подняться пару лестничных пролетов. Все чернеет, приглазая, морду заливает потом. Что поделать, не спортсмен, я и дыхалка, да ни к черту. Тут кто-то говорит, здоровый дух в здоровом теле. Я бы мог поспорить, я бы не был так уверен. Духом был силен еще, когда ходил с портфелем. Но с кривой спиной сидел весь класс на перемене. За последний год так разжирел. Подбородки увеличились в количестве вдвойне. Вставать с дивана — это риск. Как сказал мне друг Димон, здоровья нет, но ты держись. Скоро буду, как Бетховен, глух. От наушников давно уже садится слух. Гуглю про радикулит, артрит и про инсульт. С места вылетает челюсть, стоит лишь зевнуть. Ай, стрел в висок, ай, отдала в бок. Я такой молодой, но как дед больной, и это стало нормой. Смотрю я про здоровье передачи, боюсь представить, что меня ждет дальше. Зато могу не думать о проблеме, как откосить и получить военник. В душе все тот же милый юркий мальчик, а память карте будто дико старый. Когда с утра пытаюсь встать с постели, я человек, как чипсы весь хрустящий. Зелень из цветочки к нам пришла весна. У меня заложен нос и чешутся глаза. Помню, мой мизинец встречал однажды шкаф. По итогу перелома жди 9 местах. Проводим сидя сутки за компом. Фастфуд и кола, обычный рацион. Не увезли на скорой, значит все путем. А лечить будем позже, лечить потом. Причесон, конечно, понравился. Похоже на Алишера. Хотя сегодня он изменил Алишер стиль свой, но на того. Так что танцы, конечно, я угораю с его танцев. Этот, ну, как я танцую. Не, лучше. О. А так молодец. Самое главное в Алишера всегда, знаете, присутствует в тексте маты и т.д. А тут он спел так спокойно, без матов, аж удивительно. О, так что бабушка справилась. Дизов не будешь, Степашка, ставить. Степанка, ставить мне дизы.
Я справилась. Посмотрела пародию. А вообще Купик заморочился, конечно. По-моему, это дреды из его волос, да? Или нет? Ну, короче, мне показалось. Это значит, покрасил волосы, сплел эти дреды. О, и, пожалуйста, и выучил танцы. Ну, молодец. Успехов ему. Дай бог на этом поприще. Пускай дальше поет, что я могу сказать. Я не против. Да, может, еще когда заставят меня, я послушаю. А может, сама найду, понравится, послушаю. Так что на бабушку не гоните. Я свои ошибки исправляю. Так что пока-пока. До новых встреч. Не забудьте ж подписываться, лайкать, нажимать на колокольчик. Я жду.